Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, заберем наши награды, а это именно 52 миллиона древесины. А здесь заберем загадочный пак. Так, монетки Одина, понятно. И Шторморез, ужасное чудовище, и Душитель выпадает нам. Ну что ж, замечательно. Так, теперь знаешь, что я думаю? Давай-ка мы посмотрим, что нам принес Беззубик. Ай-яй-яй-яй. Он мне принес просто рыбу. 6 миллионов, это копейки, ребят. Сущие копейки. Так, здесь я, пожалуй, не буду ничего делать. Я могу, знаешь, что сделать? Опять его отправить. Но, наверное, мы... А что мы сделаем? Пока ничего не можем сделать. Так, 150 тусклого янтаря. У нас не хватает ресурсов, а именно не хватает рыбы, не хватает древесины. В общем, ничегошеньки у нас нету. Так, здесь нам выпадают руны. Давай дальше отправляем его. Не закрывайте ворота. Вот так вот. Командует у нас сарделька. Не закрывайте, говорит, ворота. А вот Барсика я, наверное, отправлю, ребята, учиться все-таки. Пускай тренируется. Кривоклык нам дает, наверное, тусклый янтарь. Ну, конечно же. Было глупо на что-то другое рассчитывать. Так, пускай все это будет бесплатно. И Грангильда. Наверняка шестеренки. Ну, конечно же. Все. Так, гора. Пускай идет в горы. Ну что, Беззубик, я тебя, пожалуй, сейчас отправлю все-таки опять на поиски нам нужных элементов. Пускай он нам ищет. Нам очень, ребята, их много нужно. Очень много. У нас в данный момент всего лишь 6 штук, по-моему, а нужно 30. То есть ему еще искать, искать, искать. До посинения будет у меня. Так, здесь... Пускай летит пока за рыбой. Давай за рыбой, ты за древесиной. Так, этот у меня прокачался. Мы его дальше продолжаем тренировать. Так, за древесиной вперед. За рыбой вперед. Давай, давай, не прохлаждаемся, ребята. Ищем нам ресурсы. Ресурсы нам нужны. Так, Буйволорд вперед за рыбой. За древесиной. Так, этот у нас прокачал уровень. Повысить уровень драконов на 15. Так, давай, давай я его прокачаю. Ой-ой-ой, тысячу. Тысячу, друзья. Ну, короче, дальше уже идет тренировка чисто на железе, ребят. Если раньше мы тратили ресурсы для тренировки, то теперь ничего подобного. Теперь мы с тобой тратим. Так, 450, я могу его еще раз отправить. Пускай оно через железо. Так, а здесь мы с тобой возьмем когти бесплатно. Такая маска у него прикольная. Как будто бабка в платочке. Так, у нас, по-моему, здесь один пак остался всего лишь ареновский. Давайте мы его заберем. Ничего хорошего нам не выпало здесь по сезонке. Так, мы получим сейчас награду. И я тебе скажу, тут еще одна есть наградушка еженедельная. Давай-ка мы ее тоже прихватим. Замечательно. Так, и здесь мы забираем 30 рун. Вот так вот. Теперь давай забирать награду у наших легендарных драконов. Естественно, сразу же их будем отправлять на поиски. Так, смерть. Давай ищи, нечего тут рычать мне. Так, ну и ты со своими гнездами, как всегда, тоже его отправляем. Так, ребят, ну вроде бы как... Ага, как и все. Так, тут два блестящих янтаря. По-моему, я еще могу заказать. Да, могу один заказать. Блин, этого как-то надо отправить. Только вот как? Нет ресурсов, ребят, вообще. Йохан, что у тебя там? Ну-ка покажи. Это я заберу, это я заберу. Все, остальное мне не нужно. Ну что, друзья, вроде бы все. Можно идти спокойненько. Подожди секунду. Подожди, у нас же еще здесь где-то. Где-то, где-то, где-то здесь. Так, давай-ка за рыбой, парень, беги. 340 миллионов для того, чтобы поднять его 83 уровня. Серьезно? А, тут древесина. Я могу его на тренировку отправить. Все, я понял. Так, шлем. Найти шлем викинга. Где он? Вот он. Что это за яйцо такое интересное там, а?
Ну что, ребята, у нас сколько там остается? 2 дня для того, чтобы закончить угрозу. Поэтому нам нужно, как говорится, пошевелиться. У нас всего лишь 33% пройдено. Это четвертинка, короче. Так, душитель один. 2 волны, понятно. Ну что же, давай начнем. Начнем его потихоньку разбирать. Ну, в принципе, он уже не жилец будет. Шикарно. Так, последняя волна. Их тут трое. Древоруб. Ребят, древоруба уничтожать надо в первую очередь, потому что он очень-очень люто жесткий. Если мы ему дадим накопитель энергии, он пламенем тут вжарит, мама, не горюй. Так, а этот делает усиление плюс ускорение на себя. Офигеть. Такс, ну давай, наверное, сюда ударим. Плюс хильнемся. И кусанем. Так, что-то сейчас, наверное, будет. Либо разбег. Угу. Разбег с оглушением. Как ты видишь, этого мы ушатали. И остается у нас костолом. На Барсика побежит. Конечно же. Как, кого он, ребята, может еще бомбить? Только Барсика, только слабеньких. Ну что, я думаю, что если сейчас не добьет. Гаденыш добил все-таки, а? Ну, мы ему отомстим. Как-то так. Ну что, друзья мои, крутим колесо удачи. И на удачу нам выпадает рыба. 262 миллиона, кстати, неплохо. Очень даже неплохо. Так, здесь у нас будет поединок, после которого мы заберем с тобой ареновский пак. Содержит новичков. Ну, сам понимаешь, да? Содержит новичков. Не очень интересный пак. По-прежнему 2 волны. Лаварыга мы пока трогать не будем. А давай-ка разберемся, наверное, с громобоем. Блин, надо было взять ему, понизить атаку. Нафиг я просто ударил-то? Ай-яй-яй, Рэй, это был косяк. Это был косяк. Ну-ка, сделаем так. Плюс. Вот так. Слушай, этот хил, в принципе, нафиг не нужен был, если честно. Ну что, Лаврык, ты нам ничего здесь особого не сделаешь. Ты слабак сам по себе, по своей натуре. Так что мы будем тебя сейчас чекрыжить. Но не забывай, что это только 1-я волна. Ну что, щиты? Нет, ничего не стал делать. Ну тогда мы хильнемся. Так, ребят, ну вот 2-я тройка игроков. Погнали, начну. Наверное, я вот... Надо было с тройного удара начать. Ладно, фикс. Попробуем сейчас загасить штормореза. Потом разобраться, наверное, с тройным ударом. Главное успеть. Так, давай сюда, наверное, ударим. Плюс хильнемся. Сейчас что-то будет, да? Нет, слава богу, ничего такого плохого не случилось. Ну, понизил, да, конечно, он мне защиту, но ничего страшного там нету. Уничтожили. Так, и остается костолом, которого просто сейчас быстренько расчекрыжим. Да хорош ты. Уже с Барсиком не прокатит та фишка, которую ты делал в первом поединке. Все, друзья. Ну что, давай крутанем колесо и заберем... я думал, все-таки загадочный пак останется. Нет. Не останется. Ну что, давай пак сюда. Ареновский. Так, шепот смерти, ужасное чудовище и крылатый ужас. 1, 2, 3. То есть, получается, мы с тобой заберем 75 рун. И, в принципе, все, ребята. Это максимум, докуда мы дойдем. Так, что, музыки мне забрали, лишили, да? Ну, я начну в любом случае сплести голову, как ни крути. Не хочу, чтобы он меня тут фаерболом своим поливал. А рогобой пока подождет. Или громорог это все-таки. Не имеет значения. Так, этот минус. А это как раз страж для кривоклыка. Это просто отдушина. Потому что он любит уничтожать именно стражей. Вот, немножко поможем, даже вот так сделаем. Добьешь?
Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Так, и переходим на вторую волну. Ну, здесь, в принципе, никого опасных нет. Вот только если взять Громель. Да и то он чем опасен, ребят? Тем, что он вредный. Он своими фаерболами просто бомбит и все. А если так по существу брать, фигня полная он. Ну, почему ты не смог добить? Ну, почему? Вот оставляет... Ого! Вот это он влепил, друзья мои, пощечину, так скажем. Так правильно, тут еще, видишь, пониженная атака и пониженная защита. Нифига не получается у него. Не может. Ладно, фиг с ним. Что он сейчас сделает? Понятно. Тогда до свидания. Так, друзья мои, еще одно колесо у нас. И опять выпадает нам древесина. 262 миллиона. Ну что, у нас мини-босс получается, да? Да, мини-боссик, которого сейчас, я надеюсь, мы сможем запинать. Надеюсь, главное, что будет все-таки две волны. Раз, два, три. И начнем. Блин, с кого начать-то лучше? Громобой, конечно, бесявый. Да и ужасное чудовище тоже, ребят, не сахар. Давай, наверное, все-таки так сделаем. Попробую уничтожить ужасное чудовище для начала. Я же знаю, что он фаерболами будет бомбить. Уклонение. Так, теперь. Нет, так не будем делать пока. Вот так будет эффективнее. Так, теперь громобой. Вот то, что он усилился, это плохо. Твою налево, ну нафига он усиливается, а? Наверное, сейчас будем хиляться, ребят. Так, барсику перепало, к сожалению. Все, минус. И остается громорог. Ну, я думаю, что он понял, что ему тут уже ничегошеньки не светит. Так, мини-босс у нас оказывается тройной удар. Но здесь, ребята, еще и пещерный скалотряс, как мы видим. Начну, пожалуй, с него. Начну, пожалуй, с него, потому что он очень, ребята, мощный. Мощные у него атаки. Блин, все равно попадаем, да? Офигеть, он уже пережевывает, а? А это сейчас, наверное, добьет Ханорик. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Все равно хиляться. Слушай-ка, возможно, ребята, мы пройдем здесь без потерь. Возможно, не хочу накликать что-нибудь. Ну да, идеально просто. Ну и что нам тут, опять рыба? 750 миллионов накопили уже. Так, друзья, ну что, забираем 75 рун. Отлично, и переходим на последний поединок. Потому что энергии у нас больше нету. Так, громобой. Так, пристиголовые и рогобой, опять же. Начнем, наверное, вот с этого все-таки. Ахламона. Блин, сейчас вдвоем они будут ходить. Потом только мы. И что делать? Он усиливается, ребят. Это плохо. Этот еще двойную атаку имеет. Тоже не очень хорошо. Так, ну что, барсик, по идее, добивает этого. Подожди, 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 а мы сейчас завалим же... Ёпарасете. И что вы мне прикажете теперь делать? Хе. Как, по-вашему, я теперь должен тут проходить? Тем более мини-босса, который будет впереди. Хана барсику, да, ребят? Наверное, хана барсику будет сейчас. Давай ты его запинуй уже, в конце концов. Я так и думал, что без какого-либо приключения нам не обойтись. Вот никак. Вот обязательно, ребята, мы куда-то вляпаемся. Обязательно. И так оно и происходит. Меня это ж бесит. Так, у него фулл энергии, что он будет делать? Атакует, просто тупо атакует.
Ага, вторая волна, друзья мои. А какой мини-босс? А почему я говорил, что мини-босс? Никакого мини-босса здесь не будет. Ребята, будем вот этого брать. Этого будем брать в слепоту. Пускай она там переживает, что хочет с ними делает. По барабану. Шикарно. Так, сейчас эти два гаврика сходят. Этого мы добьем, я думаю. Замечательно. Теперь давай сюда. Этот еще раз будет атаковать своего же. Здравствуйте, приплыли. Он еще усилился. Но на это я не подписывался, на усиление ваше. Давай добивай его. В плане добивай его, блин. Я, ребят, не видел, что у нас слепота-то пропала уже. Давай так сделаем. И опять же вешаем слепоту. Ну все, друзья мои. Этот пещерник будет нашим. Он ничего, ничто нам не сделает. Все его атаки будут лететь мимо. А вот тут придется нам. Хотя я сделаю вот так вот. Фиг с ним. Можем потратить немножко, да? Но здесь, я думаю, он уже не выкрутится никак. Мы его уложим. Ну давай, давай, хрюкало-мяукало. Все, ребят. Так, ну что, очередное колесо. И здесь нам выпадает опять рыба. Серьезно? Вот таким вот образом. Значит так, друзья. Арену мы на сегодня закончили. Здесь я забираю. Ага, забираю, конечно. Так, пацан, ты давай иди у нас за этим. Если не ошибаюсь, вот тут у нас. Давай возвращаем. Отправляем. Так, тут у нас еще за рыбу, я помню. А, готов потренироваться. Так, офигеть. Да. Ну-ка, заберем. Заберем эту рыбу. Мелкий. На 115 уровень. Так, сколько там уже? 506. У меня не хватает железа. Иди обучайся. 112 миллионов. Все, с рыбой у меня, ребята, большие проблемы. Нет ее просто-напросто. Так, я получаю еще одну награду. Так, это у нас драконьи коряги. 1100. А что у нас там на сезонном рынке? Смертельный аттракцион задираки. Фига себе. Ну, я вряд ли накоплю на этот смертельный аттракцион. Ну что, друзья мои, будем тогда на сегодня закругляться. Завтра, я думаю, допройдем события. Ну и, скорее всего, пойдем на арену набивать. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.